Всем привет, с вами Луи, и это видео про велосипед, долгожданное. Почему про велосипед? Ужасно надоело сидеть дома и ждать лета, чтобы покататься на мотоцикле. Поэтому вот решил выехать зимой на велосипеде. Да, понимаю, звучит странно, но прям уж очень не втерпёшь. Но заодно расскажу вам вообще, что, как с ним обстоят дела, потому что давно видео не выходило. Все, я был занят мотоциклом. Кстати, на улице сейчас минус 15 градусов. Я вон в перчатках весь. Смотрите, даже очки надел. Катаюсь в очках, чтобы в лицо не дуло. Потому что очень холодно. Вот, снег прям жесткий, твердый и колючий. А? Короче, что сделал? Вот эту штуку вы уже знаете, это чехол на центральную трубу, который помогает защитить от переохлаждения батарею, которая здесь находится, она так медленнее разряжается. Здесь, также смотрите, поставил на этот кабель трубку такую гофрированную. И эта гофрированная трубка помогает защищать провод, смотрите, от того, что он перетирался. И у кого прикреплен он вот здесь вот за шпильку провод, снимаете эту шпильку, отстегиваете провод и положите его в гофру. Он будет целее. Потому что у меня уже на проводе были следы перетирания. Также вот повесил себе большущий куфр под всякую снеть такую. А он, видите, и слишком загораживает мне стопарик. Видно все достаточно хорошо. Поэтому очень удобно возить что-нибудь крупное. Ланчбокс с чем-нибудь вкусненьким можно подъесть. Кстати, у меня недавно сломалась вот эта штука, открыла. Пришлось соорудить из проволоки замену в экстренном порядке. Ну вот, думаю, короче, куда-нибудь заехать и прикупить себе материал для изготовления уже полноценной тяги. А то, может быть, еще и на обратную сторону поставлю. Здесь на крылышке есть вот такой маленький плавничок, куда можно взять и просверлиться, и закрепить как-нибудь сюда, вот на какой-нибудь из трех этих винтов. В принципе, заменил цепь, потому что у меня цепь стандартная, которая была с ним заводская, уже плохо стала работать, звенья плохо стали крутиться, и там я уже заметил следы ржавчины. Короче, заменил, ерундовая операция, цепь стоит копейки, так что все нормально. Также заменил некоторые винтики-болтики по кругу, вот, потому что начинают ржаветь. Также, кстати, сюда поставил вот термосадку такую большую. И видите, она и стирается, а ножка цела. Поэтому возьмите на заметку, кто хочет. Ну и самый главный такой подгон, который мне сделали, очень классный. Это хорошие, качественные, горячие вот такие накладки, которые помогают мне ездить зимой, потому что очень холодно держаться за руль. А так хотя бы греет ладонь офигенно. Я вот, видите, нацепил такой вот кармашек на руль. И здесь у меня лежит пауэрбанк. Ну-ка посмотрим. Видите, вон на красном режиме греет. Сейчас нажмем. Так, это зеленый самый легенький, это синий самый средний. Ну, это выключить. Включу красный, потому что я сейчас поеду и не хочу, чтобы грибцы остужались. Конечно, поставил новый держатель, потому что старый совсем износился. У меня был другой до этого губ, пластиковый, страшненький такой. Поставил алюминиевый. Вот и такую маленькую вещульку, чтобы не заблудиться, куда еду. Вот, а так обслужил велосипед, все с ним в порядке, все отлично, прекрасно себя он чувствует. Может быть, будут еще какие-нибудь мелкие работы. Вот уже подготовил, так сказать, отверстие под зеркала. Все никак не найду подходящий вариант. Короче, зимой, я вам так скажу, кататься на переднем приводе одно удовольствие. Он тащит просто вообще из любых сугробов. По льду, конечно, может быть, стоило бы поставить резину еще шипованную, тогда было бы еще интереснее. Но поскольку я пока не решился на такой эксперимент, вот катаюсь на стоковой, которая 16 на 1,75. Я тут заметил такую вещь, что можно в принципе поставить 2,25 колесо, покрышку, а может быть даже и рискнуть на 2,50, чтобы получить такую пухленькую покрышку и более мягкую езду. Была мысль, знаете, перебортовать и сделать микрофэтбайк, так сказать. Вот, но тоже думаю над этим пока, думаю. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, или вы что-нибудь сделали,
напишите мне, я буду рад узнать ваше мнение. Вот, уже хочется ехать дальше в тепло. Всем большой привет. Всех с прошедшими новогодними праздниками. Увидимся.